А можно мне хуйцу? Хуйцу? Среднюю. Хуйцу. Вот это самая хуйца. Огромная тарелка. Сейчас попробуем, каково это на вкус. В общем, это очень жирный мясной суп с жареной картошкой и капустой. Ну, вполне съедобно. Блин, этот мотоцикл меня преследует. Я уже 4 раза видел его в разных частях города. Вот, посмотрите, какой он офигенный. Ну-ка, давайте огонечка. Кому зашел такой кафе-рейсер. Можно из ЖК что-то. Организован раздельный сбор мусора прямо на лестничной площадке. Мусоропровод заварен и ручка отпилена. Ну, типа респект. Не очень тут чисто, правда, но как есть.